Привет, народ, вы на канале ЛПСБУК, и сегодня я хочу вам показать, как же у нас пэта в консерве. Конечно, все уже знают, как распаковывать, не распаковывая, смотреть, какой вам попадется пэт в газировку. Уже давно это все разоблачили. Извините, что буду говорить в нос, простыла. Да, и... А я немножко поняла, как нужно это делать с консервами. Итак... Вот у меня есть консерва, моя самая первая и единственная, пока что. Консерва из этой линии, которая, где вот крокодильчик, такая лиса. В общем, я вкладыш покажу, какая это серия. Так, и вот эта линия, мне попался вот этот крокодильчик, голубик, такой. Итак, только очень странное в этой линии консерв то, что тут среди консерв есть сова из газировок. И да. Так, смотрите, тут номер 3 на конце. На конце вот это крокодильчика. Крокодильчик голубика. Так, смотрите. И вот тут вот есть вот такой код. Тут второй цифра идет 3. Цифра 3, которая последняя. Итак, теперь я понимаю, что вторая цифра, которая там идет, это последняя цифра на вот такой вот карточке. Такой. И вот так. Но еще хочу спросить, какая это линия консерв серия? Еще раз извиняюсь за то, что говорю, нос приболела. Насморк. Да. И да, если кто-то захочет такого крокодила, если у кого-то его нет, то кто-то закажет консерву. Сейчас я вам его опишу. Хорошо шарнирит, даже очень. Еще. Красивый, крупный, вот в сравнении со стоячкой. Вот такой написал БС. И да, вот эти коды, ну вот, животики животного из консервы, они не относятся никак к тому номеру. У всех из новой коллекции C2528A. Остальные цифры же другие. Да. Ну, чтобы проверить то, что вот это я сказала, думаю, что мне нужна еще вторая консерва, чтобы убедиться в этом. И да, когда была распаковка газировки у LPS Katy Cat, то она спросила, что значит вот этот знак. Он означает вот... Лев, он какой? Опасный. Это означает, что опасно. Мелкие детали. Для детей старше, наверное, 3 или 5 лет. Надеюсь, я хоть кому-то помогла. И я все-таки думаю, что это я правильно как это подумала. И все же. Мне нужна вторая консерва, чтобы это проверить. И если она у меня появится, и все будет так, как я предполагаю, то это правильно. Ну, я и так думаю, что это правильно. Итак. Еще хотела вам кое-что сказать. Я видео пока, наверное, снимать не буду, потому что у меня насморк. Я бы снимала, конечно, но кому приятно слышать, когда говорят в нос. Вот тоже... Никому. Поэтому пока, народ, вы были на канале ЛПСБУК. Спасибо за просмотр. Прошу обратить внимание на это видео. Всем пока-пока! Спасибо за просмотр.